Если транспортное средство повредилось, пострадало после наезда на такое препятствие, скажем, куда обращаться и как действовать? Водитель данный инцидент может зафиксировать и обратиться в областную госавтоинспекцию, позвонив по телефону 504-44, как ранее я упоминала, это телефон оперативно-дежурной части ГАИ, либо на линию 102. Данный факт будет оформлен как дорожно-транспортное происшествие, после чего будет начат административный процесс в отношении должностных лиц, коммунальных и дорожных служб. Потерпевшей стороне возместят ущерб страховая компания, владельца улично-дорожной службы, либо по решению суда.